труба в разобранном виде, противовесы трубы, ну и части монтировки уже покрашенные, части еще не покрашенные. Ну, покрашено хамерайтом, молотковой эмалью. Ну, вид достаточно интересный. Ну, как видите, противовесики для монтировки. Тоже покрыты хамерайтом, молотком. Вот такого вот вида. Это у нас бардак в обсерватории. Того, что уже покрашена крышка бленда трубы, вот такая штука. Ну, это, собственно, монтировка в разобранном виде. Как видите, краска уже вся ободрана. Осталось дело за малым — покрасить ее. Части трубы и монтировки. Вот еще. Ну, часть запчастей она не будет устанавливаться, будут установлены другие, другая конструкция немножко реализована. Ну, а отсюда открывается хорошая панорама на город. Шаговик. И такой же будет стоять вот здесь. Мотор привода купола, собственно, основание монтировки. Автоматика привода купола. Как видите, жужжит, работает. Мотор привода купола.